На заднем плане сериала «Фонд Осман» есть скрытые герои, которые облегчают работу актеров. Сериал «Фонд Османа» уже 4 сезона привлекает к себе зрителей, добиваясь успешных результатов на экране. Многие актеры также снимаются в сериале с Бураком Ащевитом в главной роли. Одним из них является Асель Аскан, Эсель Аскрн, играющая роль Айши Хатун, Айс Хетрн. Сериал «Карулс Осман» вновь встретится со зрителями после сентября как проект, продолжающий свой путь с 5-м сезоном. Впечатляющее плато сериала также было открыто для зрителей. Зрители, которым представится возможность увидеть съемочные площадки сериала, смогут сильнее прочувствовать дух Курулуша Османа. Ачели Аскан, обращаясь к зрителям, которые следят за сериалом на протяжении 4 сезонов, сказала: «Мы были вместе с ними 4-го года. Это превратилось в родственные отношения, мы стали одной семьей. Позвольте мне передать послание от имени всех моих товарищей по команде. В течение 4 лет мы с самыми искренними чувствами передаем нашу любовь и уважение нашей драгоценной семье, которая не подводила нас на протяжении всего этого времени». Актер, который также отметил, что за кулисами сериала работает очень многочисленная и очень сильная команда, сказал об опытной команде сериала следующее: «Наши экшн-сцены нелегки, мы работаем долгие часы. Мы должны быть сосредоточены как физически, так и психологически. Кроме того, нам мешают погодные условия. Но сзади, где никто не видит, есть очень много народу, очень сильная и опытная команда. Они очень облегчают нам жизнь. Я могу сказать, что мы очень слабо ощущаем эти трудности.